Всего 1 сентября в Ненецком округе за парты сели почти 6,5 тысяч школьников. Из них 755 детей пришли в первый раз в первый класс. 129 первоклашек досталось школе номер 4. Образовательное учреждение набрало в этом году 5 первых классов. Первый звонок, первый класс и, конечно, первая учительница. Сегодня для вчерашних детсадовцев все в первый раз. И даже легкое приятное волнение. Я очень волнуюсь, потому что я никогда не была в школе. Я очень рада, что я пошла в школу. Хотела, да, очень? Очень хотела. А не боишься, что сложно будет уроки, нужно будет учить? Нет, не боюсь. Здорово, спасибо. Хочу учиться. А что думаешь, будете делать в первом классе? Учиться, читать, писать и еще перемены. В этом году впервые за школьные парты 4-й школы сядут 129 первоклассников. И кое-кто из них уже выполнил свое первое домашнее задание – первые стихи со школьной сцены. Мама розу заплела, пальчики расправила, ране с ноги взяла, первый класс отправила. У меня сегодня праздник, бывало лучше дня. Потому что первоклассник называют все меня. Особые пожелания в этот день прозвучали в адрес всех учеников 4-й школы от Героя России, летчика-космонавта Геннадия Падалки. В эти дни он прилетел в Нарьян-Мар, чтобы принять участие во Всероссийском фестивале «Арктика. Дети. Космос». Ребят, которые сделали свой первый шаг в школу, я хотел бы пожелать не бояться трудностей, относиться с уважением и доверием к вашим педагогам, научиться дружить, но самым большим другом в вашей учебе должна стать книга. И по сложившейся школьной традиции, после торжественной линейки первоклашки запустили в небо воздушные шарики с самыми сокровенными пожеланиями. Ирина Цепетова, Владислав Носкин, телеканал «Север».